Всем привет, с вами Денис Соловьёв. И сегодня легендарный день. Мы возвращаемся на старт нашего канала, откуда все и начиналось. Мы возвращаемся на турнир Grand Cup, с которого я и начинал, откуда мой был первый бой. Ну и вот, сейчас мы остановились немножко. Вот сейчас папе надо было по делам. Скоро мы сейчас поедем. Ну и вот. И что сказать? Я не знаю, сколько соперников заявлено. И сколько у меня боев еще будет. Там сейчас мы приедем, взвесим. Вот мы уже и взвесились. Да. Я попал в новую категорию 32. До этого я выступал. Ну, первая моя категория была 26, как я помню. Последний, который я успал, это было 30. Ну и вот у нас, ну у меня был вес 34. Ну и вот у меня был выбор пойти в 30 или в 32. Мы пошли в 30, в 32 пошли, да. У меня два соперника как еще заявлены. Ну и вот, а сейчас мы приехали кушать. Вот мы и приехали обратно. Мы узнали, что у меня сегодня полуфинал, один бой, и завтра будет уже финал. А у Саши будет сразу же финал, ну как обычно. Впрочем, ничего нового. Следующего боя на ринге приготовь.
В этом бою эти прекрасные решения в суде. Со счетом 3-0 победу решал Денис Соловьев из Красного Города. Очень вас аплодисменты. На ринг приглашается в Красном Городе. Синий Шишов, синий угол, Мартин Рокайнер. День подошел к концу, у меня еще завтра будет финал, но это уже будет одно видео, а завтра уже выйдет второе видео, где будет уже